По стеле на 10 апреля, это, вы знаете, монумент «Крылья Победы». В связи с тем, что мы заказали экспертную оценку, и он находится в аварийном состоянии, поэтому было принято решение его на данный момент законсервировать, оградить. Сегодня работы эти будут нами проведены. Мы его ограждаем для того, чтобы предусмотреть и предупредить наше население города о том, что это, будем так говорить, объект, который может принести вред нашим горожанам, которые там гуляют. Поэтому мы его огораживаем. Сейчас проектная документация разрабатывается. Планируется провести тендер по данным работам. А сами работы будут выполняться в следующем году, в начале года. И до 10 апреля мы его должны открыть в новом уже виде. Там полностью будет сниматься старая плитка, потому что она уже еле-еле держится. Поэтому и принято решение, и весь фасад будет по новой укрепляться уже новой плиткой.